Спустя несколько часов я в Анталии. О, я прилетела в Анталию. Кабру. В Турцию тусить. Встречай, Соня. Продакт, я в шоке. Good morning. Максимально продуктивные леди проснулись час назад и идем в бассейн купаться, заказали себе еду, покушать. Все, в принципе, по планам, только лежать, загорать и ничего не делать. Ай. Бро, лето продолжается, наслаждаюсь каждым днем. Через 3 дня у меня день рождения, и у меня вообще нет праздничного настроения. Мне кажется, что у меня день рождения через месяц. Чао, бомбина. Место готово, еда готова почти. Мы готовы, бассейн готов. Больше ничего не надо. Бро, ты готова? Да! Так мне нужно это чувство перед резким спуском, затем долгий подъем, мы за это. Короче, по планам на сегодня сходить на море, покупаться, убраться дома, покушать вкусненько. И продолжать загорать, отдыхать, ничего не меняется. У нас такой спокойный ритм, не считая ночь. Я немножечко уставшая, потому что надо вот это так для влога чисто. Посмотрите, у нас сегодня чил. Это искусство жить одним днем. Я даже не знаю, что рассказать на влог. Ну, пока мы отдыхаем. Мы реально отдыхаем. С молоком. Все нормально, мы кайфуем, отдыхаем, все у нас супер. Капец, я реально белая посмотрю. Хотя я все лето на море. Хейтеры сосать. Вау, смотрите, что мне принесли. Мы убрались. Да, что-то новенькое в нашем дне. Завтра у нас контент-день, потому что у нас мало фотографий. Сейчас у нас такой будет романтик вайб со свечами и с вином. А еще сломала ноготь. Если честно, так не хочется возвращаться. Сейчас есть. Ребята, она за ночь просто изменилась. Ань, посмотри меня еще раз. Меня булят в моей же, в моем же. Я на Бар-стрит. Как мне нужно это чувство перед первым пуском, перед первым дождем, и мы этим живем. Это искусство, оно во всем. Замирает сердце, будто сыграли в ящик. Стало тесно, мы подлетаем на трамплине на опушке леса. А что ты хочешь? Вверх! Минус полосы, которые помыла. Красиво? Я не вижу. Походи с разных сторон, чтобы кадр. Зависли, больше не имеем веса. Это не значит ничего. Нету стресса, похоже, что остановилась наша пьеса. Теперь свободны от проблем и суеты. Как мне нужно это чувство перед резким спуском, затем меня согреют твои приливы любви. Мы пофоткались, просто комочек. Долгий подъем, мы за это мы пьем. Это сейчас она сделает свой прыжок. Ой, бля, мне еще вырвет. Нет, бро, лучше с разбегом. Давайте я просто для твоего эго сниму еще. Эго? Гештальтом. Ой, тоже хороший кадр был. Хороший. Вот ты... Бро, так что ты делаешь, блядь? Ну, выныривай. Бро, не делай так. Не делай. Ты чисто колесом сошел. Тогда я так буду. Идем на теннисный корт, такие чики. Сказали, что у нас сегодня контент-дэй. Пока что придерживаемся плана. Отжали ключи у охранника. Идем на теннисный корт у нас. Все на готове. Это искусство жить одним днем. Как мне нужно это чувство перед первым пуском, перед первым дождем. Это было очень стрёмно. Это просто через 5 секунд такая... Ёб твою мать! Я зашла и сижу, потому что я не знаю, что говорить. Я такая, как бы извиниться, что я проебала. Ты заходишь, такая, днём рождения! Блин! Ты что
Помню, все, блядь. Без подарка. Ты успокаиваешься, завтра я тебя норм поздравляю, там, а? Серьезно. На видео докажи. У нас там сюрпризики были. Мы хотели в 12 с ними зайти. Мы проспали. Вообще не так все планировалось. Они шутят, они специально проспали. Девочки, если вы меня еще раз разбудите ночью... А у кого это сегодня день рождения? Да вон же! С днем рождения! Моя девочка, сердечко разбитое. А дальше мой бро, многоточие. Лучше. Если честно, как Пола и Франческа, если честно. Если честно, то метафор тут не счесть. От Элла Дездемона, Моника и все в таком ключе. Ну это если честно. Планировал все, чтобы выглядело не так. Это жизнь. Так надо. Кайф. Жизнь потом. Вот неожиданность. Вот она. Вот она. Да, если бы меня еще не напугали в 00. Завтрак в постель. Сегодня я чувствую себя на все 21. Не праздно, потому что праздник ждет потом. Сегодня я хочу быть в умиротворении, балансе. Просто в хорошем ощущении с миром и самим собой, как говорится. Без Бурата, конечно, это не обходится. У нас по плану шопинг, ес, спать в бассейне, пить джуз. Это искусство, оно во всем. Очень хочется спать, очень хочется спать. Все. Bye-bye.